После того, как мы сделали несколько циклов уджая пранаямы, мы отпускаем дыхание, расплетаем ноги и приступаем именно к исполнению последовательности взаимодействия с Солнцем. Правосторонней последовательности. Тадасана. Дыхание уджая. Собираем приветственный жест пранамасана. Сопящий вдох, шипящий выдох. Язык поджат к верхнему небу. Внимание внутри. Сопящий вдох, шипящий выдох. Внимание движется по спине на вдохе. Выдох направляем в живот. Вдох, сопящий. Выдох, шипящий. Пранамасана. Собираем пистолетик, сампурну мудру. Раскрываемся в грудном отделе. Узлу хастанасана. Вдох, сопящий. Грудной отдел. Выдох, шипящий по позвоночнику. Вдох, солнечное сплетение, сопящий. Выдох по позвоночнику, шипящий. Поясницу не изламываемся. Наклон вниз, пальцами толкаем землю, расслабляем шею. Уттанасана. Вдох, сопящий от пяточек до макушки. Выдох, шипящий в живот. Шея расслаблена, лоб стремится к голени, копчик стремится вверх. Глаза закрыты, восприятие внутри, обращение к потоку воды, огня спать. Вдох, сопящий, выдох, шипящий. На вдохе делаем прайгип, смотрим вперед, шею не задираем. На выдохе правая нога уходит назад, вправо. Руки выводим вверх, вектор наклона вперед. Вирабхадрасана. Вдох из неба, сопящий. Выдох по ногам в землю, шипящий. Голеностоп, голень, колено, сгиб передней ноги 90 градусов. Вдох, сопящий, из неба, выдох по ногам, землю, шипящий. Дыхание уджая, выставляем колено, соединяем руки, сампурна мудра, символ завершенности, раскрываемся в грудном отделе. Анджани асана, вдох, солнечное сплетение, сопящий, выдох по позвоночнику, шипящий. Аккумулируем солнечную энергию в теле, вдох, солнечное сплетение, выдох по позвоночнику. Переводим себя на выдохе, прикрываем голень левой ноги, вытягиваем правую, ашвасанчаласана, поза наездника, шею не задираем. Вдох из земли, сопящий, выдох в пах, шипящий. Глаза закрываем, восприятие внутри, вдох, сопящий, выдох, шипящий. Вдох. Выдох, вытолкнули ногу, верхняя чатуранга дандасана, на выдохе ушли, нижняя чатуранга дандасана, вдох из земли, сопящий, выдох в живот, шипящий, собираем стержень, вдох, сопящий, выдох, шипящий. На вдохе переходим, прогиб, собака мордой вверх, таз на одной линии с ладонями, весь упор на плечах. Поясницу не изламываем. Вдох, солнечное сплетение, сопящий. Выдох, шипящий по позвоночнику, сохам. Вдох, сопящий. Выдох, шипящий. Мягко переходим через верх, собаку мордой вниз, адхаму, шванасана. Раскрываемся в грудном отделе. Вдох от пяточек до макушки, сопящий. Выдох, живот шипящий, голова между рук, шею не задирать. Приоритет отдаем раскрытию грудного отдела, спина ровная. Если надо, призгибайте ноги в коленях, вдох от пяточек до макушки, сопящий, выдох, живот шипящий, уджай, пранаяма. После этого начинаем возвращаться, перевод корпуса. Шаг вперед правой ногой, отстраиваем вирабхадрасану, руки вывели, вектор наклона вперед. Вдох из неба, сопящий по рукам, выдох в землю, шипящий по ногам. Сгиб 90 градусов правой ноги в колени. Вдох из неба, сопящий, выдох в живот, шипящий. Вдох, выдох, выставили колено. Собрали сампурну мудру, раскрылись в грудном отделе. Анджани асана. Вдох, грудной отдел, солнечное сплетение, сопящий. Выдох по позвоночнику, шипящий. Вдох, со. Выдох.
раскрытия в грудном отделе, перевели себя в позу наездника Ашвасанчаласана, вытянулись, вдох из земли в ладони сопящей, выдох в пах шипящий, голень правой ноги прикрыта, сгиб колени 90 градусов, вдох сопящий, выдох шипящий, сохам. Под шаг, пятки, носки вместе, уттанасана, толкаем пальцами коврик, расслабляем шею. Вдох от пяточек до макушки, сопящий, выдох в живот, шипящий. Можно прихватить себя за лодыжки и вытянуться по ногам. При надобности можете пресгибать ноги в коленях. Основная задача здесь перераспределить энергию. Вдох, сопящий, от пяточек до макушки. Выдох в живот, шипящий. Руки через стороны вверх. Вдох, соединили руки, символ завершенности, сампурна, мудра. Раскрылись в грудном отделе. Вдох, солнечное сплетение, сопящий. Выдох по позвоночнику, шипящий. Уттхасанасана. Вдох, сопящий. И на выдохе проглаживаем ауру. Выставляем руки в приветственном жесте. Вдох, сопящий. Выдох, шипящий. 3-4 дыхательных цикла. Внимание в области межброви. На этом правосторонний прогон последовательности приветствия солнца завершен. Тадасана. Поза скалы. Несколько дыхательных циклов. Глубокое ритмичное дыхание. Приступаем к левосторонней последовательности вариации Сурья Намаскара. Тадасана. Дыхание уджхая. Сопящий вдох по спине, шипящий выдох в живот. Сопящий вдох, шипящий выдох. Собираем руки в приветственном жесте. Пранамасана. Уджхая пранаяма. Сопящий вдох, шипящий выдох. Соухам. Вытягиваем руки вверх, Уттхасанасана, руки в пальцевой мудре сампурна. Сопящий вдох, солнечное сплетение, выдох по позвоночнику шипящий. Вдох сопящий, выдох шипящий. Переводим себя в наклон, Уттхасанасана, расслабляем шею, лоб стремится к голеням, копчик стремится вверх, пальцами толкаем коврик. Вдох от пяточек до макушки сопящий, выдох в живот шипящий. Вдох сопящий, выдох шипящий. Посмотрели вперед. Уттхасана, прогиб. На выдохе левая нога мягко уходит назад влево. Оказываемся в Вирабхадрасане. Голеностоп, голень, колено. Сгиб 90 градусов в колене. Вдох по рукам из неба сопящий. Выдох по ногам в землю шипящий. Вектор наклона вперед. Вдох. Выдох. Левая нога ровная. Выставляем колено левой ноги. Раскрываемся в грудном отделе. Анджаньясана. Вдох. Солнечное сплетение. Выдох по позвоночнику шипящий. Вдох. Сопящий. Выдох. Шипящий. Переводим себя в Ашвасанчаласану, прикрываем голень правой ноги левую, вытягиваем в колени, выравниваем, шею не задираем. Ашвасанчаласана, вдох из земли, сопящий, выдох в пах шипящий, несколько дыхательных циклов. Внимание сопровождает дыхание. Выталкиваем правую ногу к левой, верхняя планка, вдох. На выдохе переходим в нижнюю чатурангу дандасану, собираем центр, вдох из земли сопящий, выдох в живот шипящий, спина в тонусе, живот в тонусе, шею не задираем, вдох сопящий, выдох шипящий. Переводим себя в прогиб собаки. Таз на одной линии с ладонями, шею не задирать, весь упор на плечах, вдох, солнечное сплетение, выдох шипящий по позвоночнику. Вдох сопящий,
Выдох, шипящий. Мягко переводим себя через верх, собаку мордой вниз. Раскрываемся в грудном отделе. Вдох от пяточек до макушки, сопящий. Выдох, живот шипящий, голова между рук. Пальцы полностью растопырены, прислонены. Вдох сопящий, выдох шипящий. После этого начинаем возвращаться, переводим корпус, левая нога опять шагает вперед, отстраиваем вирабхадрасану, вектор на полный вперед. Вдох из неба по рукам сопящий, выдох по ногам в землю шипящий, вдох сопящий, выдох шипящий. Данное положение способствует энергетизации всего организма. Далее переходим в ванджане, выставляем колено правой ноги, вытягиваем руки, ладошки вместе, локти ровные. Раскрытие в грудном отделе, вдох в солнечное сплетение, выдох по позвоночнику шипящий. Вдох сопящий, выдох шипящий. Соухам, уджай, пранаяма. Переводим себя ашвасанчаласану, прикрываем голень и вытягиваемся в позвоночнике. Правая нога ровная в колене. Вдох из земли сопящий, выдох в пах шипящий. Вдох сопящий, выдох шипящий. Мягко подшагиваем правой ногой к левой. Расслабляем шею, толкаем. Можно прихватить себя за лодыжки и растечься по ногам. Вдох от пяточек до макушки сопящий. Выдох в живот шипящий. Уттанасана. Обращаем потоки воды и огня вспять. Вдох сопящий, выдох шипящий. Несколько дыхательных циклов. После этого руки через стороны поднимаем на вдохе. Раскрываемся, соединяем сампурну мудру. Раскрытие в грудном отделе, поясницу не изламываем. Вдох солнечный, сплетение сопящий. Выдох по позвоночнику шипящий. Вдох сопящий, выдох шипящий. Мягко проглаживаем ауру, соединяем руки в приветственном жесте пранамасана. Вдох сопящий, выдох шипящий. Несколько дыхательных циклов уджай пранаяма. Каждая асана оживляется драгоценной нитью дыхания уджай. Внимание направлено внутрь, сопровождает дыхание. После этого переводим руки по швам, тадасана, глаза закрыты, восприятие в области межброви, несколько дыхательных циклов. На этом левосторонний прогон приветствия солнца завершен.